Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами играем сегодня в Alt F4, написали в комментариях, мол, поиграй, и я зашел такой, посмотрел, думаю, а чё бы нет, а чё бы нет, что такое, разговаривают вот здесь, здесь мы играть будем за рыцаря какого-то, который своровал яйцо у дракона и убежал с ним. Потому что я запускаю эту игру второй раз, я уже поиграл немножечко и немножечко понял, как это все делается. Ну, как я поиграл? Я в большей части, можно сказать, проиграл. Там вот справа написано, сколько попыток было уже, так как она не обнуляется. И еще хочу заметить, что здесь не сохраняются настройки звука. Потому что здесь звука, музыки вообще как такового не должно быть. Я его ставлю на десяточку, чтобы не мешалось. Чтобы просто не мешалось. А он после каждого перезапуска начинает мне заново орать в ухо. Ладно. Смотри, значит, я посмотрел, сколько люди проходят. Мировой рекорд сейчас, на данный момент, на первом месте, там 3 минуты с чем-то. 3 минуты с чем-то на Ютубе посмотрел, сколько люди проходят. Там что-то около часа. То есть около часа. Думаю, мы справимся, если люди за час проходят. Не знаю, какие-то там, может быть, супер-пупер прохождуны, но я думаю, у нас все выйдет и у нас все получится. Я просто понял, что это вот шарики с сохранением, и теперь мы будем возрождаться именно здесь. Смотри. Вот. Теперь это сохранение, и вот дальше этого места я не дошел. Честное слово тебе говорю. Ой, вставай давай. А вот как здесь проходить, я не понимаю. И здесь невозможно, невозможно здесь пройти, понимаешь? Они все тебя когда-то отталкивают. Что бы то ни было, что-то... Вот, все, перешел в состояние рэгдола и не двигаюсь. Ну, блин, вернись ты, ну... Ай. Умер на ровном месте. А вы можете сохранить несколько знаков сохранения в мире. Я... А он на одну попытку, что ли, дается этот знак сохранения? Это ж для кого придумано-то? Я чего тебе здесь? Я профессиональный, что ли, хардкорный летсплейщик? Я не понимаю. Вот он просто взял и воткнул в меня эту... шило. Смотри, значит. Слышь, звук опять ушел наверха. Будем сохранение терять, перезаходить заново. Потому что без сохранений в этой игре делать нечего абсолютно. И с учетом того, что здесь... Что здесь? Здесь очень сложно. Я думаю, вы не очень сильно будете сердиться, что я так буду тупить и делать все не так. Но я ж не виноват. Я ж честно не виноват. Ну, блин. Здесь я немножечко... при этом приигрался, как ты видишь, я приигрался, вот и готов просто прям пролетать эту часть игры прям вот на раз-два. Правда, если я не буду умирать, будет вообще здорово. Смотри, как я это делаю. Ставь комментарии, пиши лайки, и будет вообще все отлично. Ну-ка, успею. А чё, сохранения нету больше, что ли? Это несерьезно. Ну-ка. А куда оно делось-то? И как мне быть? Просто если я сейчас буду так много умирать, то мне кажется, игры сложнее, чем Trader Life Simulator, мне играть не стоит. Потому что это... Блин, ну это вообще не... Это вообще, это вот просто даже никак не описать. Я спотыкался об курицу, умирал. Я спотыкался об пеньки вот эти вот, умирал. Я здесь спотыкался обо все, умирал. Просто обо все. Вот эти вот приблуды начинают работать только когда ты мимо них проходишь. Вот помимо вот этих. Да ёшкин ты крот. Надо же было умереть. Просто вот. Он упал на землю. От чего он умер? От чего?
Я не понимаю. Здесь очень неудобные прыжки, они не регулируются по высоте, хотя это, наверное, прибавляет этой игре хардкорности. Разработчики очень постебались и типа написали, что вот мы создали ранний доступ, чтобы игроки могли написать о сложностях в этой игре. И типа... Опа! Можно сохраниться. Наконец-то сохранение появилось. Ну нет! Подожди, теперь подумаем, как вот с этим вот бороться будем. Ну просто это не серьезно, и это... Погоди, если чисто головешкой покумекать... Нет, 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 нет. Убирайся. Ох. У нас есть еще одна попытка. Целая одна попытка, которую мы не имеем права потерять. Давай пройдем вон туда. Блять. Надо же, моей тупости нет предела. Я умудрился. Че я умудрился? И где я? Вот где я. Понял, я отправляюсь в плавание. Понял. Меня просто забагало и не отправило вверх, потому что там уже лежал мой... точнее, труп моего персонажа. Ну, в целом, игра простая. Сложностей никаких нет. Тут нужно лишь бегать и прыгать. Казалось бы, да, что может быть проще, но разработчик из этого бегать-прыгать сделал нечто сложное. Падай давай. А можно бегать вот по ней, нет? Нет, по ней, видимо, не очень можно бегать. Не-не-не-не, назад! Вот сюда. Лети, вставай. Вставай, молодец. Молодчунька, просто молодчинка. А как теперь? Туда бежать? Видимо, да, потому что там вот вход, проход и все дела. Или... Или вот сюда. Просто, блин. Я думал, она толкнет меня, и я поэтому прыгнул. Вот это вообще было отлично. Это было отлично. Это было лучше не придумаешь. Просто у нас есть еще одна попыточка. Нет больше попыточки. Есть попыточка. Ничего себе. Погоди, ползи. Ползи, пожалуйста, вот тут. Я сейчас просто выжил ценой не знаю чего. И просто удача. Удача была сейчас. Так, ну, давай прыгать вон туда. Они вроде не скользят, уже вот это вот, конечно, ужас. Я не знаю, как здесь за 3 минуты можно пройти. Да! Они качаются, что ли? Оно шевельнулось, я прыгнул прям ровно на нее. Это несерьезно. Это просто несерьезно. Это... Подстава от разработчика, так нечестно. Так нечестно было делать. Я был так близок к победе. Так же близок, как и далек, конечно, но... Ну что ж поделаешь, если игра такая сложная. Да ёлки-палки, ну... Зачем ты падаешь-то, ну? Можно же просто... Вот со стрельбой у меня вроде бы все в порядке. И... А вот с логикой не очень... Класс. Вот это спасение, мать его. Ну, конечно же, да. Именно так и должно было произойти. Кто бы сомневался. Всегда приятно улететь. Да, обосраться просто как приятно. Я прям не могу. Ну, не туда же улететь-то. Ну, зачем ты туда-то летишь? Как меня вообще туда занесло просто? Что это такое? Игра стоит, кстати, около 60 рублей. Что-то она прям вообще дешевая. Прям бери да покупай, не хочу
она в раннем доступе, якобы она еще допиливается. Не знаю, что они хотят сюда еще допилить. Возможно, ничего, потому что... И как бы таким играм, знаешь, больше ничего и не нужно уже. Такие игры, они... Опа! Такие игры, они уже сделаны. По типу, знаешь, того же самого Frostrunner, который у меня есть на канале. Типа... Я хотел оттолкнуться, чтобы было так же, как в прошлый раз. Но получилось-то, блин, не как в прошлый раз, тем более с учетом того, что меня просто в скалу впиховывает. Это вообще несерьезно. Подожди. Можно вот кинуть туда вот курочку? Да, она расшибает эту бочку. Что хочу сказать. Серия будет максимум на полчаса, потому что я, мне кажется, больше его не выдержу. И что я хочу сказать? И еще то, что я почти уже вот на грани. Давай попробуем вот сюда, что ли? Блин, понял. Нужно прыгать в другой момент. Нужно прыгать, когда он туда уходит. Потому что пока мы долетаем, это все уже это самое. Уже не нужно. Уже прыгать не нужно. Она возвращает уже в ту сторону, и получается, что вот все. Тихо. Надо было на ту, на левую прыгать. Я понял, с этой у нас мы в противофазе как-то работаем, и получается, что мы на нее не успеваем. Она как раз-таки от нас уходит. Ужас. Сейчас. В официальную версию релиза будет добавлен сюжетный режим. Спасибо за информацию. Какой здесь может быть сюжет? Здесь и так сюжет. Он был описан в трех слайдах в начале игры. Да здесь нереально. Нет, это вообще ужас. Это просто нереально. Здесь невозможно пробежать. Возможно, наверное. Возможно, конечно, но я не могу. Это надо очень много раз пытаться, и в итоге ты просто вот на одной из этих трех все равно упадешь. Ну, я, по крайней мере, точно. Вот здесь лучше подождать и прыгнуть, когда вот так куда будет. Ага. Успеваешь здесь пробежать, я запомнил. Да, вот как это делается. Я на G чуть не нажал, твою налево. G, если что, это мгновенное убийство меня, и поэтому оно ни к чему хорошему не может привести. Угу. Да, правильно, вот так вот именно прыгать и нужно. Так, смотри, ну здесь-то в целом как бы нужно... Вот качаются они или нет? Нет, они не качаются. Или качаются все-таки? Я на эти-то еле-еле падаю. Попадаю, точнее. А тут надо вот на такую огромную... Ой, маленькую попасть. Да это нереально. Подожди. Тихо. Да! Ты ёлки зеленые, что ж такое-то? Блять, ноги все переломал. Аккуратно. Будь аккуратнее, ну что ж ты делаешь-то, ну. Правильно, выбрасывай меня нахрен в море, чтобы я больше не мучился. Ох, как тяжело-то, тяжело. Слушай, ну мы близки были уже хотя бы к новому порогу, так сказать, в этой игре. Но, блин, мне кажется, мы до этого максимум так вот мы сегодня дошли.
Потому что почему? Потому что, блин, потому что эта игрушка, она заставит нас помучиться. Помучиться заставит. Точнее, она уже заставляет нас мучиться. Попал. Фух, блин. Это было единственным спасением нашим на этом месте, потому что у нас была вторая попытка. Тем более, с учетом того, что нам первой всегда не хватает. Это уже 52-я попытка. 52-я попытка, ты понимаешь, 52-я. Это же кошмар, 52-я попытка. Ну, думаю, до 100-й мы, может, и доживем. А хорошо бы было бы дожить до 60-й и пройти игру. Вот что хорошо было бы. Но я думаю, что у нас такого дела не получится. Но попробовать всегда стоит, правильно? Так, так. Угу. Специально таким, как я, сделали сохранение почаще, чтобы... чтобы, как это говорится, не сильно горело. Ну зачем ты меня скидываешь? Зачем ты меня останавливаешь? Ну я... Надеюсь на то, что ты мне поможешь, а ты вот так вот просто подставой какой-то вот действуешь. А, не со временем. С не очень правильным. Так, протыкай, но главное не убивай меня. Спасибо. Так, ну это место не такое сложное. Здесь просто нужно вниз спуститься и нужно просто-напросто... пролезть под вот этой вот ерундовиной, потом спрыгнуть вниз. И самое главное, не очень сильно. Прыгнуть на вот это вот покрывало. Залезть вот сюда, прыгнуть вот сюда. Может быть, нужно делать вот так? Нет, так мне хохолок мешается. Куда тебя несет? Допрыгну, нет? Допрыгну, конечно, допрыгну. Куда ж я денусь? Подожди, а как я туда залезу теперь? Так, залезу. Так, оттуда еще есть место, откуда-то можно прийти, да? Или нет? Аккуратно. Самое главное, аккуратно. Здесь самое главное не спешить. Мы все-таки не спидранеры, чтобы, блин, эту игру так быстро пролетать, как они. Это что такое? Это просто тень. Не естественная тень. Так, посмотрим, в какую сторону он быстрее пролетает и... Нет! Ой, заново. Ты что, издеваешься, что ли, заново? Это же вообще нереально. Хотя, что здесь нереально? Здесь самое сложное, это вон там после шаров, точнее, после вот этой крутилки, вот эти вот подбрасывающие хреновины пробежать. То есть, по факту-то, здесь ничего сложного-то нет. Кроме вот этого, естественно, да, здесь как бы больше ничего сложного нет. Вот. Ну, я погорячился, конечно, с тем, что мы пройдем игру, потому что я в самом начале, когда первый раз записывал... Я же записывал первый раз, ты не представляешь, я 15 минут целых играл. Я погорячился и сказал, что мы сейчас эту игру пройдем на раз-два, потому что вот... Это уже все, это я уже за это... Расслабился. Приигрался, и получилось, что я вот так вот невнимательно уже отношусь к нажатиям кнопок. Ничего страшного. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Да и как тебя зацепило? Ты же прыгнул уже дальше. Нет! Что ж ты будешь делать-то? Ну, зачем ты падаешь? Падать-то зачем? Можно же просто вот... Можно просто упасть еще раз. Чего же сложного-то, верно? Верно. Вы можете включить или выключить эффект пятен крови в настройках. Я знаю, что я это могу сделать, но мне это не нужно. Мне вполне неплохо и с кровью.
Они прям при виде меня начинают крутиться. Дружище, который посоветовал мне эту игру, ты мне расскажи, ты хотел, чтобы у меня кукушка поехала или что? Или хотел, чтобы я ее прошел? Или просто хочешь узнать, смогу я это пройти или нет? Я мог тебе написать, если бы я знал, как... ну, блин, если бы не сказал, что это за игра, я бы тебе сказал бы сразу, что я ее пройду. Потому что это, блин... Не падай только, пожалуйста. Потому что я такие игрушки, типа... Ну, прям не то, чтобы не люблю, они хорошие, классные, здоровские, но... Но... Эть! Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну не сюда же, ну! Что его убило в воздухе? Я не нажимал на кнопки. Да ёб твою мать. Ты просто умираешь из-за того, что тебя трогает. Точнее, не умираешь, а останавливаешься из-за того, что тебя палкой подпирают. Наоборот, ты должен от него разогнаться. Разогнаться и прыгнуть дальше. А ты делаешь все с точностью да наоборот. Не так, как я придумал. У меня прикольный хохолок так болтается, смотри. Во все стороны. Что я хочу сказать? Чудесная игра. Мы хотя бы научились стрелять в этот шар, чтобы сохраняться, и это уже радует. Жаль, что сохранение работает не навсегда, хотя бы для того, чтобы была у нас возможность пройти вообще, вообще эту игру. Это конечно, гениально, но мы сейчас умрем. Нет, не умерли. Смотри-ка, здесь можно, в принципе, вот так вот и делать, да. Хотя там ничего сложного больше нет, кроме этого отрезка. Еще бы вот эти вот были бы такими вот нормальными, а не проваливающимися. Не проваливался бы я в текстуры, хочу сказать, вот что. Бляха-муха, ну что ж, чтобы... Умер на ровном месте, можно сказать. Вот что я хочу заметить. Просто на ровном месте здесь... Это я выжил. Ага, ага, ага. Ну придумай, конечно, избейте меня все здесь, да? Ну, гениально, гениально. Давай, убейте, убейте. Идиотина, блин. Курей разбрасываем, чтобы они... ну, это вот зачем сейчас было? Я что, пересек какую-то чью-то границу или что? Я хотел обмануть игру и прыгнуть еще раз. Но нет, видимо, здесь... как это сказать? Стоит ограничение на количество ударов, возможно. Возможно, стоит просто... Есть хпшка, которую мы не видим. Ой, господи, какая сложная игра. Какая сложная и непроходимая игра. Это мучение. Это мучение просто... Какой раз я здесь уже прохожу? Миллионный? Десятитысячный, блин. Ой, у меня уже голова пухнет, я не могу. Ой, сохранялку летела. Видел, нет? Не долетит. Очень жаль. И хочу заметить, что в итоге-то тогда мы не пройдем, если у нас сейчас сохранялочка-то улетела. Давай попробуем еще разочек вот здесь вот прыгнуть. Потому что как таковых усилений здесь нет, следовательно... Тупо от того, что мы... От того, что мы там немного позже, немного раньше это сделаем. Ну, ничего не изменится, как бы. Летать-то мы дальше не станем, поэтому... Давайте пробовать вот здесь пробежать. Куда нас это приведет? Меня это, в принципе-то, приведет ни хрена не дальше. Я не преодолею все равно то самое сложное, чего я хочу преодолеть. Не
не успеваю. Прям чуть-чуть не успеваю. Блять. Ну, это несерьезно. Я постоянно хочу прицелиться этой кнопкой. Да. Правильно, правильно. Так со мной нужно, да. Блин, слушай, на самом деле здесь гораздо все проще, чем кажется. Это знаешь, вот это вот маятник, который говорит все хорошо, все плохо. Все хорошо, все плохо. Потому что я как бы только что говорил, что мы это не пройдем. А сейчас говорю, что... А сейчас говорю, что мы не пройдем, потому что, блин, надо же было умереть вот так вот. Глупо просто. Просто глупо. Сил моих больше нет. Ладно, давайте еще раз попробуем. Я даже не знаю, выкладывать это все дело или нет, потому что это получается какое-то избиение младенцев, а не... Как это называется? А не прохождение чего-либо, потому что здесь вообще нет никакого прохождения. Здесь есть лишь только лишь страдания и... И больше ничего. Вот, он почти зацепился. Так, давай подождем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так высоко и направо-то зачем? Ну, ладно. Вот он не нажимает сейчас G, хотя говорит, что если ты будешь нажимать G, ты самоубьешься в воздухе. А сейчас эта кнопка не работала. Так, нет, мы туда не полетим, мы... Да ну что ж ты делаешь-то? Спину сломал, что ли? Неуклюжий, говорит, рыцарь бежит по вот этому миру и пытается преодолеть все препятствия. И у него это не очень хорошо получается. Как бы нехорошо получается у меня, а еще и у неуклюжего рыцаря. Блин, вроде не шевеляться. Музыка здесь, конечно, огонь. Так. Уже неплохо. Уже хорошо. Уже неплохо. Уже отлично. Уже не очень хорошо. Надо было просто прыгнуть. Зачем я, блин, побежал-то? Я просто хотел на дурачка пробежать. Не успеешь здесь в любом случае пробежать, и как бы ты там ни старался, все равно ты в самом конце будешь уже вот на ребре стоять. На этой доске. Следовательно, нужно пытаться прыгать. Нужно прыгать и перепрыгивать на ребро. Но мы сейчас должны пройти немного дальше. Потому что, ну, блин. Ну, потому что мы же не зря играем, правильно? Че тебя убило? Ну, дурило. Что ты акаешь? Тебя никто не трогает. Но тут-то зачем? Ну, можно же немножко пожалеть было, ну. Ой. Ну и что, и дальше что? Прыгнуть на тебя надо. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас пройдем. Сейчас что-то пройдем. Потому что,
мы должны это сделать. Мы это должны сделать. Мы по-любому должны пройти вот эти вот крутящиеся хреновины. На стрим бы можно было бы запустить, например, вот эту вот... Блин, не докинул. На стриме я бы прошел, например, эту игрушку, потому что... Потому что она, знаешь, она не для записи ни хрена, потому что ты тупо сидишь и просираешь. Здесь нет как такового, не знаю, сложности в прохождении самой игры, то есть интереса в прохождении самой игры. Здесь как такового нет, здесь есть лишь вызов. И ты пытаешься его выполнить. Ты просто должен пройти. Ты пытаешься сам себе сделать этот вызов. С каждой смертью все сильнее и сильнее, а потом ты просто сдаешься в итоге и говоришь, хватит. С меня довольно. Ой, ой, ой. Ну, это мы уже вообще научились. Вот это только не научились, сейчас мы еще вот тут научимся. И что мы будем делать с этим? Представляешь, он не всегда допрыгивает. Это возможно, какое-то упущение, а возможно, просто... И почему мы не прыгаем? Он не мог ни от чего толкнуться. Это прям... Грустно. Грустно это все. Уже полчаса, представляешь, полчаса. Полчаса я пытаюсь пройти этот отрезок. Люди за 3 минуты проходят эту игру, я полчаса отрезок пройти не могу. Это никуда не годится. Сейчас психану и пойду снимать Trader Life Simulator, потому что он у меня хотя бы получается. Спасибо, что ты упал, а не поехал дальше. Я не хотел, чтобы ты, блин, меня сбивал. И я хотел прыгнуть на другую эту хреновину, чтобы она меня подкинула. Зачем ты меня ударяешь? Это... Все, пизду. Не знаю вообще, какую нагрузку смысловую несет это видео. Я просто хочу с вами попрощаться. И, возможно, еще раз я попробую в нее поиграть, но что-то как-то я сомневаюсь в этом. Всем спасибо за просмотр. Ставь лайк, подпишись, прокомментируй и поделись с друзьями. До встречи в новом видео. Пока.